Очень плохо, что уехал Сергей Гуриев. Это действительно очень талантливый экономист, создавший с нуля практически одно из лучших в мире учебных заведений экономических. Никаких объективных причин для того, чтобы предъявлять ему претензии какие-то, нет. Никаких причин для него, чтобы уезжать, нет. Но когда тобой так настойчиво и так бессмысленно интересуются следственные органы, когда у него в конце концов изымают переписку электронную за 5 лет, ну, это невольно любой человек задумается, а зачем я здесь нахожусь. Я считаю, что следственные органы перегнули палку, очевидно, что они не с теми борются, с кем надо бы реально бороться. И мне жаль, что никакого совета со стороны руководства страны не прозвучало в их адрес на этот счет. Вести себя деликатнее, осторожнее. Доходит до того, что Следственный комитет уже начинает рассматривать как чуть ли не преступную организацию Совет по правам человека при президенте Российской Федерации. Дальше ехать уже некуда. То есть какие-то границы для этого явно произвольного такого подхода надо бы поставить. И эти границы должны быть политическими.